и шарить по панели. Я так снимал, когда профа убивали. На видео можешь посмотреть. Слышишь, а уж этого Честера нету ДД спека? Пал, ты пишешь по-любому. ДПС давай 3-4 КДПС. Не собранный ветрик. Лучше, чем вообще в 24, как по мне. Так что с Роговым говорили, Рогу? Рога какой-то есть, Клизма. Может, его взять? Клизма что-то, я не знаю еще что-то. Что-то он АФК что-то. Может, КД не хочет вешать. А у Кинайки он. И через 20 минут он только сможет. Лучше всего делать шем, конечно, ДКшником, блин. Танком. Я лично умоюсь от ДКшника. А где рыба-то? Ешь рыбу, рыбы нет. Стоит в центре. Только стак такого со специями стоит. Одна, да, где-то 70-100. Да нет, 50, 45-50. Уже подешевело. Так еще и лето, не сезон. Так, там надо еще агрилы, надо нафармить эти штуки какие-то, я насколько смотрел, чтобы рецепт купить. Там, может, стоит объяснить, что людям к столу надо лететь, обычно так тут слизни танчат, ой, забегают. Ну, первую стенку в левую. Так потом сдох два хила, по-моему, или один. Нет, это уже последний сдох во второй фазе. Хил один сдох из-за того, что на второй фазе подбежал к зеленому слизьму и было мало людей. И в итоге там шотнуло пару человек. Кстати, я не понял, он же вроде после того, как проф переходит в фазу, слизин должен перевыбирать цель, а он дальше за мной побежал. Без он медления. Подбежал, он потом побежал, да, потом поменял. Тайминг у него кончился. Куда кулаков нету, блядь, ебать? Шреддер, ёпта. Шреддер бафает кулаки? Да. По всем хантам. По всем, даже по себе дай кулак. Ты даже по себе не дал кулака. Медвей. Слышь, Медвей, если кто-то падает, кого-то поднимают каску, ты этому человеку даешь, я куплю. Вытащи весь рейд. Да там не надо ничего вытаскивать, просто по себе бафаешь каску, она бафается всем, кто в рейде. Не тупите. Да не. Серьезно, одна каска бафуется на все? Нет. Личные новости, народ. Совершенствовал штат чумы, которая уничтожит весь Азерот. Thank you.
У меня еще есть рада. От красного все отошли. Что-то я ничего не чувствую. Что? Это еще откуда? Так они беги в Долоран, ты даже не захи. Она не может его направить. Она его взяла в таргет, она не видит его далеко. Кто там стоял? Какого? Не подбегайте. Просто в шоке. О, как неожиданно. У меня все хорошо, а что? Давай. Окей. Зоэль, а ты вообще на ком сейчас играешь? На Мидвее или на Зоэле? На Зоэле. А Мидвей и другой человек играет. Погнали на профи. А я своим одиночным кого дебафаю. Мангел сейчас зайдет, он вылетит. Пишет. Блин, дядя, диван дала, рись на меня. Чё говоришь? Про дивана? Видишь, лока нет. Ладно, посмотрим. ПС хватает вроде. Меня не сильно шумит улица. ДПС хватает, не хватает того, что миллики какого-то хера стоят в спину зеленого. Почему вы там стояли? Вот вас выбрало просто, и все миллики даже не успели подбежать к вам. Варам нормально, они могут подбежать рывком. Остальные нет. Ставьте рыбу. Пьем всех и едим. Сдаем баф. Так, РДД. Блоков нету. Окей. Там желтую метку надо. Мангал, как зайдешь, не заходи, винс хотел рейснуть. Вот тебе метки-то не нужны, я думаю. Убрать, я думаю, можно луну. Да, можешь. Ты сам поводишь, мне только желтые. РТД хилый перед зеленым слизнем, в желтой метке стоим. Если там лужа, значит правее. Вот здесь вот. Если пельмень летит там, значит отходите левее. Важно, чтобы вы все стояли на максимальной дистанции в одной точке. Фулбаф. ШП, возрадуйтесь, у вас АДК появился. АДК будет вам разгонять, будет эту дружку. Где мангал? Марк, ты где? Он написал, что он вылетел, что зайдет мангал. Но медик, я не знаю, где его резали? Еще раз резал. Так, иди к ту. Ждем мангала.
шашлыки будут, что ли? Минутку отойду. Да, пока заходишь покурить, что ли? А, не, уже зашел. Рез, я типа тел. Вон его тело с ним. Так, мангал. Бафаем мангал. Едим рыбу. Шредер, кулаки раздавай. Чек на бафы на пул, когда готов, ждем. Эдик. Ну и теперь на боссе. Кулак. Бой? Боссе будет, да. Кулак, отлично. Вот я пошел пить. Постой, его нету, наверное. Тут он говорил на минуту отойдет. А он подтвердил, да? Делает это че? Сейчас сделаем. Шабы было. Так, Войд здесь, готов. Алло, Войд, ты где? Ты здесь, Орхидея, Войд, где вы? Войд, Орхидея. Дайте ГП сотку Войду за АФК. Так он же предупреждал. Минута прошла. Войд здесь. Войд здесь, я пошел пить. Рони, ты тоже не лови пельмени, ё-моё. Да, минутка входа насчет пельменей. Ещё в этом трое будете получать пельмени, особенно элемент пробует. РДД, помню, впереди стоим в жёлтом милике. Когда появляется зеленый слизень, вы бьете только в море. То есть вы стоите с той стороны, где стоит РДД. Это крайне важно, потому что... Пью, потому что должны отлетать, если слизень берет к РД, они в разные стороны, это понятно. Отбивается или бьют в стороны трусов, будет вам специально ставить. Не подбегаем. Все. Бегаемся к цели зеленого стекла, чтобы делить урон. Только у меня лимон рывками идет? Нет. Да нет, у меня тоже что-то подлагивает. Видишь, не успевает. Он красный. Красно бежим. Ну, плюнул. Так, ну. Кайтим крас. От хилов не бежим через милизон. Милики тоже бьет. Все милики влились в красном. Видите, слизень он тупой, как ползет по скрипту. Он ползет по той траектории, по которой бегает человек. Поэтому Рогин с принта инженера, вы можете ускориться и дать слизню крюк. Поняли? Так ты пей скорее лужи, лимон, ё-моё. Так ты баст. На тебе 100% раги. Я знаю. Бейте профа. Через альт не пьет. Через альт я говорю. Фаза спрямления, пельмени. Пельмени, блядь. Рейд сместился влево. Хилы РДД, твинси. Орхидея, БР, твинси. А ману залез сразу, орхидея. Красный, зеленый появился. Колба. Блин, зеленый, убейте его все со стороны. Желтый нет. Отошли. Там сейчас колба взорвутся, не бегите туда. Чулам, БР Орхиде. Черепку сбегайте. Красный. Тоже красный, да. Выливается красный, колба. По колбам бегайте. Плюнул в красный. Бьем. Идем через медицину. Двое поймали перед.
Войн, хиль. Вот двое поймали пень, слизень ускорил. Не хватает ДПС. Ловить. Колбы. Бомба. Пельмени летят в рейд. Появляется зеленый. Бьем его со стороны просто. Кто к воротам отлетел? Вы опять бьете со всех сторон, вам нужно с одной бить, чтобы отвлекать Верда. Венты, венты. Красный. Красного бьет. Идем через мелизу и через стол. Пельмени. Так, что БР? Тифон БР на Вен. Тифон АКД, а Орхидеи нету. Орхидея это... Искон? О, все разбиваем. Все висят. Да, все. О, нет, кто мне их помогал. Алло, алло, алло. Эти красного, скорее, кайт. До свидания. Ага. Тупой сервер, а? Так, Вен, ты какого ты... милого стоял вообще под красным, когда зеленый сбегал. Кто может линкануть поглощение и отхил, пожалуйста? Да, линкну. Не надо, ну... с этого края линковать, я падала. Для меня просто этот трай был тяжеловат. Но больше всего убили, ну как убили. Я пойду покурю с того всего. Ну, Зоил, ты 62 кпс. Я до этого смотрела твой абсорб, поэтому спросила, кем ты играешь. Ты на четвертом месте по абсорбу, прошлый трой. Что-то Зоил не то. Ля-ля-ля-ля-ля, прошлый трой, смотрим. Да, ты последний, но что-то у тебя цифры багаются у меня. Прошлый трай. Хорошо, шокали. Заходите. Меня наконец-то смогли убить. Я не могу, у меня вообще игра не отвечает. Да, жесткий фриз был секунд на 10. Я уже думал, что выкидываю. Тут увидел ускоренного слизнюка и две огромных лужи. Не забудьте подчиниться справа. Если у кого-то есть дживс, господа инженеры, поставьте на профи его. Проверьте свои реги на диваны, там, на каски, свечки. Зоил тебя выкинула или нет? Я бегу. Я просто видно был на месте бежу. Даю ему средства, да. Джеймса поставлю и уходит. Да, за пельмени точно пора. Колбы еще туда-сюда, потому что ситуации разные бывают. Ну не знаю. Если кто-то прям конкретно будет взрываться. Ну, в этом трое пельменей было достаточно. Я поставлю задержку тогда. Я это ставлю. Задержка. Окно лучше посмотри, может, не на полную развернуть.
200 миллисекунд. Не, на окно, на полную. Сейчас нормально, без задержки. Ну ладно. Вы говорите, если прерываюсь. Вой, ты как водишь колбы, там милики почти все лутают этот дебаф. Я тебе больше скажу, там и хант лутает колбы. Который вроде как не милик. О, Роми, красава. Пельмени. Скинуть мне. Роми много. Вента один. Мама Эдик один. Слушай, не, еще интересует, а есть краши? Краши — это тех, кого убило пельменями. Венты, а вот они бай. Есть. Да-да, вот они. Вязкая гадость-то и есть. Короче, следующий трай все получат ГП. Вот этот Роми ринканет, все получат ГП. За пельмени, да, пора раздавать. Я не знаю, почему вы так играете, это неправильно, так не надо. Присуманьте. Ладно, еще милики. Юля локнет. Все, Зоэл понял, что у него не так было с ХПС. Шо-шо-шо не так? Отличные символы стояли. Уровень четкий аддон. Да, это Феникс Стайл, да? Вообще бомба. Я что-то не хотел себе его скачивать. Так, задержка вроде нормальная, без лагов. Ждем пала, ставим рыбу и даем клубок. Когда пал прибежит, пока не полить рейги. Он жив стоит, причинитесь, купить там диван. Кому что, порошки. Все вроде просто, да? Стоите вот здесь, вот ждете таргет. Милики, вы вот здесь должны стать. Войт вам специально ставит профа, чтобы вы могли и профа бить в рожу. Дай клизме, парень. Слизень, смотрите, слизень. Я вам пригласить в группу, придется ему самому бежать. Смотрите, слизень выливается вот здесь, за трусами, видите? Вот тут, соответственно, чтобы отлететь. Не куда-нибудь, а КРДД. Слизни в рожу нужно бить вот отсюда. И я стою. Поняли, милики? Если будете здесь стоять, вас будет откидывать, ну вот, веером немножко вот сюда. И как только вас откинуло, вы забегаетесь по ориентиру в звезду. Если там нет лужи, и туда не летит пельмень. Но главное в одну точку. Диск? Блядь, что за лагает. Да и рыба ешьте. Лимон, я отойду на минутку, ладно? Орхидея. Там пока клизма отбежит, то можешь. Да, отходите. Там минуту две у вас есть, пока клизма до Лорана летит, бежит. Так, локов нет. Клизма у нас вроде десятку дает. Клизма дает больше. Ну, отлично. Сейчас еще и на пол будет. Где-то 12-13 крови. Вы поняли, да, что красный слизень, он тупой. Он бегает так, как бегает игрок. Он не за ним бегает, не срезая расстояние, а по той траектории, которую игрок нарисует на полу, грубо говоря, своим. Ну, механика работы такая. Ну, теперь слизень должен убиваться просто на изи. Изи-близи. Да, Димон, не хватает ДПС на слизни, потому что ловит пельмени, вот и все. Димон, что? Ты с плевками поосторожнее, ты смотри на проценты босса. Вот когда красный выходит первый раз, босса уже 82. Переводите босса сильнее, никогда не стопайте в босса. Плюнешь у него после стана. Если вы будете нормально так босса бить, так его будет переводить и будет сразу стан. Слушай, мне хватает времени, чтобы плюнуть и еще раз допить у меня с ракет. Плюс дыры у меня хотают.
То есть я бы не плевал, если бы у меня не было этой раги. Поэтому, ну, не было незамедленных слизней, кроме лагов. Ну, значит, все нормально. Есть фрезы некоторые. Иногда бывает. Ну, что же сейчас помогало, да? Клизма да, с нами. Уже. Клизма с нами. Давайте. Фулбаф, крестобаф, там интеллект, лапы, все дела. Каски, кукать, кулаки, кресты по рейду пошли. Подожди. Бафами за 30 сек. Поставь хилбот. Каску по хантам дайте. Даю последний, кому даю каску. Клизма, поешь рыбку вроде успеваешь. А ведь... Так, перестам каску. Все, чек на пул. 25 бойцов. РДПС у нас сейчас будет 230, я надеюсь, больше. Все готовы? Чулан, мастер. Мастер-ломастер. Готов. Так, будет, я пошел хлебать. Ну, неслась родимая. Ем проф. Режу броню. Лужа слизи. Милики, не забывайте. Слизняка бьем в морду. Избегаемся к цели. Бегайтесь, да. Бегайтесь в сов, в черепок. Куда вас откинуло, по этой дуге избегайтесь в центр. Более-менее хорошо. Опять лаги. Лаги, я вешу уже секунд 5. Ну, все. Ого, ничего себе, минус 3-4. Вложимся, не хочу тратить поэта на это тупое говно. Пойдем на других боссов. Профы тратить с такими лагами, блин, я не хочу просто насиловать рейд, это какой-то, это срань полная. Пошли Валю захилим. Да, пошли Вальку хилим. Я не успел дать диван. Сори. Да, фризит жестко всех. Я не знаю, почему я в кукле сидел. 7 секунд ничего не мог делать. А, соответственно, слизни кого-то там тоже выбрал, убил. Там четверых. Ну его нахрен. Побежали хилить Вальку. Посмотрим, если... Дедосы. Если полегче будет. А, убьем тогда совет. Ай. Если на Вальке, то это будет, мне кажется, гиблое дело. Почему? Если будет профтык с порталами, точно так же будет потеря стаков. Может быть, мы на рейде, там, например, там расхилимся, не упадем, но потеря стаков – это сильная будет потеря времени. Ну, времени будет потеряно, хотя бы убьем они. Уже верно, но, Лачдан, ты согласен, что Валя гораздо проще профа, наверное, раза в 3? Да, но все, если все. Мы убьем без лагов профа и Валю одинаково по времени убьем. Ладно, не тебе же в порталы заходить. Уже второй раз. Не, без проблем. Я на любой кипиш салат. Бежим на Вальку, чистим трэш. Вот в танке. Погнали. Только сразу говорю, нормально, по одному трэш агрить, а не сразу весь. Угу. Тут он ваншотит. Направо бежим, куда вы побежали? Направо бежим. На лед. Отъехал. Отъезжай направо. Ага. Бля, крутой ник. Шреддер, ты шо, блядь? Вообще. Я не знаю, что ты пишешь вообще в рейд. Здорово. Не знаю, что там Шреддер предлагает. Я предлагаю ничего не предлагать и сделать то, что РЛ. Бегом на лед все. Это вы опять... Я говорю, зачем в лагах убить босса, если будет...
Вы тратите просто время зря, сейчас опять где-то вайпнемся и все. Не знаю, мне как минимум репка фармит. Да, может, одну. Я такие репы не фармлю. Мама Эдик, давай к нам. Мы здесь ждем тебя на льду, иди к нам через центр. Все, все здесь. Че, давайте касочку. Войда нету, мама Эдик еще трупом. Вой тут уже. Вой тут стоит, я ему каску даю. Паф им рейда, мама Эдика, не знаю, там, покидай тело, давай фризы. К нам. Фризы. Вот, начисли ГП за это, за этих боссов. Что, если вдруг будет дисконт, чтобы не протыкать? Да, кстати, хорошая идея. Можно мне немножко тратить. Перская воительница, где она? Дай мне одну. Трэш заливайте, а у я. Ой, вишу, вишу. Летим. Дал сакруса, что-то там, нажал свои кнопки какие-то. О, все живы, ништяк. Хилы, хилы, хорошенечко. Да. Мастер спокойно. Приехал, как обычно. Куда он уже приехал? Просто отъезжает постоянно. Отверните охотницу. Отвернута охотница, не стойте перед мостом. Сим, хорошо. Дал сакру. Пойду дал руки. Полупили мопов. Ладно. Альдус, хорошо. Не вижу причины для раз. Ну да. Троллить не надо, не стоишь меня, уе. Опять срезы секунд на воду. Жмите свет и без хули палу пока. Я хилю. Просто когда жмите свет. Уберемся еще. Целка, я думаю, да, конечно. Блин, если это такие могут быть потом. Профа и Синдерван, смысла травить нет, на ванне тупо выпадут все подряд. Думаю, поставим какой-нибудь проход. Потому что. Убейте ледяную. Слушайте, давайте подумаем, когда все, говорится, дома, да? Все трупы встали, побежали. Да фризит. Не могут. Лучше из Мелизона выйдите, милики, потому что Войт убирает от вас повелитель. Будем как ворон к ней бежит. Зачем? Мало того, что фризит весь рейд, так что и лимоны фризит в дискорде, я думаю, что это вообще у меня лаги, блин. Он уже про пишет циркль дедосит, ха-ха-ха, элемент про. Так, ну пока терпим. После трэша резаем ДК, резаем вара. Ты понимаешь, что хила не очень хорошо. Танком тоже, знаешь, как будет сжать таун, ты же пойдет на тебя моб. Нам же за эту, за как ее зовут? Не вижу ее. Сестру Свалу. За Свалу дают ОД, да? ОД не дают, дают репу. Дают. Предлагаю добить этот трэш, посмотреть, что дальше будет с фризами и принять какое-то решение после этого. Погнали. Смерть бейте. Там предлагают на большой подорожник скинуться. Ты забрал ее? Мультя забрал. Нормально. Держится. Ван. Не, Вой забрал. Просто фернули. Тут вообще очень классная работа. Вся эта хрень не фиряется, стелится. Мне очень нравится в этом плане. Как я не люблю дезморалищих людей, это просто жесть. Так всегда, знаешь, когда поедешь, когда на шашку и дождик, да, ты начинаешь как тёжа жить, когда найдётся водитель. Это дезмиралищий бог, это да, уже нет, такое. Да, это не получится, когда вы никогда не разожжёте. Всегда есть такие чуваки. Ничего страшного. Мама, он вас просто троллит, нет? Я прокололся, мне скажите, что да, поехали дальше, и всё. Чего, фризов нет? Минут две нормально стоит. Будет прикол, если мы Вальку захилим, блять, а шанс дисконт. РДД левую.
Это с мышкой надо. Орешек под ковриком был. Кать, ледяной, отходите. Видели, как рогу с того света вытащили хилы? Говорит, хилы хуёвые. Кто там у нас души памяти? Шредер. Ревность, хить. Бери меня немножко трэшевого. Воительницу забери. Одну, любую. О, фрезы. Опа, фрезы, ты вовремя. Так, что делать? Не знаю, дам гнев не... Он тут не пашет, я тебе скажу больше. Не знаю. Минозоил. О, фрезы. С Роми. Что, не бьем? Все хорошо. Этот нон когда-то успокоится или нет? Задрал все вместе с Сирус. Может, это тупо наш рейд 3? Да нет, да, там нет, чат был камень. Это уже проф, короче, фризит. На кнопку нажимаем. Лицом аж добу носит от дыма. Там Салан, ты вообще задрила охотница и в рейд хоть. Челад. Больше в этом. Он давно перестал отпускать, когда бьет этот трэш. Не, забери меня, подбил. Забрал. А, у тебя бои. Сейчас, погоди, 3 секунды. Вот. Пойдите от полководца и бейте лучше войти, чтобы не получать урон. От вихря. Видите, он крутится. Поэтому лучше быть воительницами. Это дэшком полководец. Станом, который бьет против человека, красота. Ну, по я тоже дал. Кресы на руку. Так, бьем с фауном. Клинит пришел. А, че, кто пришел? Клинит, пацан. О, классно. Ну, посмотрим сейчас. Пока у нас рога. Че, бейте с фауном. У тебя постило, нет? Нет. Заходи, пробуй. Бой идет. Вы еще не убили Валю, да? Или как это? Нет. Мы пока бьем. Не пустят, пока не убьете. Свалку бьем. Где капитана, кстати? Что-то я их не вижу. Они фризят. Они под полом, наверное, бегают. Фриз. Серьезно, хочешь в таких лагах босса убить? Не убить, а захилить. Я думаю, это разные вещи. Но хилы хорошие, даже если они потеряют статики, нам времени хватит. Ну, кроме того, что хилить, надо еще от мобов справляться. Выйдет этот поджогчик, как там, ожог, блядь. Пока он разлагает, весь рейд ляжет. Отлично. Да, поступим в следующем году. Ляжет рейд, Шрайдер получит ГП. Кто за? Милики, вы... Милики, слышите? Милики, вы всегда бьете подавителей в приоритете. Потом магов. Огненных и ледяных скелетов. Жирных ловушек. Жирных в последнюю очередь сливаем. В них не врываемся. Потому что они, во-первых, ауешат. Во-вторых, плюют перед собой. Заходите за линию. На... С учетом того, что если один потеряет, другой не потеряет. Или там... В общем, собирайте вдвоем. Ждем Зойла, Хан, сходи. Хорошо, будет двое собираем, короче, потеряем Эдик. Эдик, давай к нам сюда.
Я чекуй, давай к нам приходи. Там еще стоит крок. Так, лагает. Он там. Лагает. Рыбу. Ставьте рыбу. Сдаю каски. Хотим здесь. Будет слева, я справа. Я слева свой дом. На полу, да? Давай. Эдик, ты со мной справа. Лужа справа, на полу справа твои. Так, Шреддер, кулаки хан там. Пристам каску. Все, все готовы. 50 уже давным-давно. Все, на всех вроде все есть. Подожди, подожди, я рыбу зарву. Я думал, в рыбу тут поставить. Ешьте рыбу за 15 секунд вам. А я поел. Пороги кулак. Шреддер, он один в рейде, и дай кулак. Я делал в таргет. Жду, когда ты даешь рыбу. Дашь мне кулак. Клиниты нет, подождите, может клиниты подождем. У нас места нет. 26-м? Да, у нас 25 минут, взяли его с удовольствием. Так, кулак пороги. Вижу. Чек на пол. Сколько репа дают за босс? Не знаю. Орхидея. Орхидея. Поехали. Мах, не забудь кинуть. Микрофон. У кого-то есть микрофон. А Мах, не забудь кинуть усиление магии на дракона. Погнали, милики, пошли по своим играть. Давителям. РДДВ по своим. Помогать милим, а уешите. Да, уешили, переключили следующую цель по своим приоритетам. Скелеты и только потом. Все остальное. Потом жирный ледяной центр. Мама едет, напуливай на меня, трек, пожалуйста. ОКД. Пострелял в жирного, на меня напуль. Пострелял в ледяного, на меня напуль. Почему нет ловушки? Разгром справа. Мама Эдик, когда жирного убиваем, ты должен кидать ледяную ловушку. Если поил, поставь плюс. Лагаешь, хорошо. Старайся заранее ставить, потому что уже хп много. Я думаю, за 10-15 секунд у тебя найдется время поставить эту херню. Слева жирный. Подавить и бьем. А, кто бэрил Роме? Юль, я все понимаю, но с 6 часов начинают летать. Орхидея. Если есть БР, БР не Роме. Около 6 часов начинается обед. Справа огненный. Меньше слов, больше не. Когда вы начинаете трендеть, вы теряете ДПС. Поэтому играйте, но ваша эффективность выше. А может я Цезарь? Слева ледяной. Моя брут. Фризы. Фризим, фризим. Нормально. Сейчас секунд через 10 разлагает. Не останавливайтесь. Собирайте стаки по инерции. Все, что все проходит. Здесь. Поэтому хильте, ДДшите, танчите. Фризы пройдут, вы останетесь живы. Продолжайте ход и расставить. Играйте как обычно. Подавители, врываемся, милики. Сожрали их быстренько за 5 секунд. Слева ледяной. Разгром справа. Нет разгрома. А, вон. Вон. Этот. Да-да-да. Черепок быстрее справа сыграли. Балдырного по возможности выводить с рейда на кумак, чтобы он взорвался не в рейде, чтобы не вешал болячку на всех. Очень больно. Наносит 15 тысяч урона и еще 15 тысяч в течение 15 секунд. Это 30 тысяч урона. Слева жирный прет. Осторожней. Дальше с подавителя, подавитель. Подавителя, милики съели подавителей, потом жирного. Нет, потом ледяного слева. Да, либо бейте, либо сейчас я про это. Наберу больше стаки. Вент, да. Подал БР, молодец. И сразу дай туда и.
кто-нибудь еще дойти на Винсе. Лучше два. Разгром справа огненный. Не надо ей. Крутите по стороной. Крутите мышкой по сторонам, смотрите, где кто появляется. Я могу танчить что-то, могу что-то не увидеть. Воскрешенному магу можно сбивать каркас ледяных стрел. Паладины, роги. Вот они будут замедлять. Вот они будут замедлять. Давители, бейте. Мультигим на ману. Разгром слева. Тильте. Правлю гиной. Подавитель. Давление сливаем. Справа много, 4. Слева тоже трое. Это двое. Потом верховного мага, потом жирного. Разграм справа. Его медики убьют. Переживай. Ледяного. Так, усиление магии есть на Валитре? Что-то не вижу. Мах, мангал. Усиление магии. Кастани по Валитре. Возьми ее в таргет и нажми этот скилл. Я не вижу его на драконе. У тебя есть усиление магии. Открой книжку свою. Скилл есть. Усиление магии. Зеленая лтучка у тебя в книге. Чарагин. Вот, да, теперь вижу. Вот. Теперь хилы будут плюс 240 каждому своему косту. Это важно. Разгром справа. Справа ледяной огненный. Слева подавите. Че последний раз? Подавите или мать? Подавите или долго живут? И не хило фаврится. Подавители нормально живут, потому что били справа в основном. Не кричим мастерва. Когда... Я когда от крика люди напрягаются. Старайся не кричать без необходимости. Что ты делаешь? Слева ледяной. 67%. Лаждана 52, Твинси 40. Лаждана 52 стак. Твинси 40. Рост. Давай рост лаждан. Может быть после портала? Ну после порталов. Смотрите сами хилы. Смотри, Ершам, который летает, четенький Ершам, который шарит. Он рост дает, как только набрал необходимое количество стаков. И за это количество стаков, за геру, он успевает другим хилом хилить валю. Начинает где-то 70%. Фриз. О, фризы, фризы. После фризов, когда геру дает, пока бьет. Да, тут 17% осталось. Давайте геру. Давайте геру. Паладины, жмите крылья. И возложение по вальке, все хором по команде. Отлично. Фризы, вовремя, отлично. Ой, дальше вам. Отдаю сам. Нормально, все хорошо. Кто не умер? Хилый хит. Мы ддэш. Фризы. Так, слева. Справа. Вижу. Я дал ему стан. Щит, все, он бежит. Сюда, умер. Стал дойти на ему. Да ебать, сам концовке, блять, фризить просто по тебе. Жестко. Нет, не бездал, сливайте подавители справа, бегу. Справа еще ледяной. Бейте ледяного после подавителя. Дайте вы этот чертов рост.
Давали. Так давали, когда не было. Всю геру просто. Захиливай. Захиливай ты по глазами. Чуть тише, слева. Мак. Лилиан, дай геру ей. Если она выйдет. Поездку дай, спустя. Сашенька. Ты мне объясни, почему Мак справа стоит в глыбе. А он забагался, он не, даже не бегал. Замороженный на ловушке он стоит. Гимноманыш, он сурм, дай гимноманыш. Огненный слева. Слева огненный. Фризы. Прокастовал гимн и фриз. Вроде живем пока, хиль. Зрители, заливайте. Слева, справа, заливайте, подавите. Если есть ШВ, давай ШВ. Если есть мультигимн на ХП, давай гимн. Берни, типа, холи пало тоже. У кого есть БР, Вента, и чуван, БР холи пало. А Иннер холи пало. Просто 1%. Жесть какая, а? Право огненный. В огненного переключаемся, ПД. Отдал сакру, живите, захиливайте на вку, пока нет среза. Три хилы, кто там на ДЦР, дру набешивайте ход. У кого сейчас нету КД на геру, дайте, пожалуйста, там Лену кто-нибудь. Элемент лежит. Да. У кого еще есть БР, поднимите элемент. Да, умер. Танки прожимайте. Элемент геру дал сразу. Геру дай и лево. Элемент геру давай, подавитель, если... Давители без быстрее. Какой у тебя КД? Они, значит, да. Двое его одновременно прожали. Даже элемент быстрее дал, чем лучше дан. 5%. Право ледяной. Все, вроде призов нет. Ну и давайте захиливать. Че там? 6%. 400 лет. Справа, справа. Я открыла портал в изумрудный сон. Кто еще не отдавал возложение рук у один и пожмите крылья и отдайте возложение. Мидвей отдал это, да. Все отдали. Подавление сливаем. Мидки подавление в приоритете. Призы пошли. Призы, но... Чё там, 97% хильте, бейте, подавите. Чё там? Подырни, давай сюда. Справа ледяной. Каст, бейте ему. Бил каст. Подырного уведите с рейда, чё он там делает? Сейчас взорвётся около хилов. Хреново. Ура! Да неужели, бля? У нас срезилось. У нас срезилось секунд 30, конечно. Бесайте всех. Не знаю, я думаю, смысла дать профы точно нету. А вот совет можно побить. Ну там трэш, если будут срезы, трэш убьет. Ну и ваш совет нахрен вот с этими падающими шариками. Пока будет фриз, они все упадут. А и после этого, я не знаю, что. Сапоги, холипалы, рольте. Надо кому? Так. Кидай на дис нахуй сразу. У меня нет лута, вот у тебя лут. Так, погнали дальше. Перчатки. Так а чё тут с такими фризами мы дальше обсеримся? Перчатки, ханты. Да, я думаю, мы обосрёмся с фризами. Ля, поэтому... мне надо 70 репа, пошли пару мобов убьём. Никому не надо, да, перчатки? Шлем. Хилы. Шамана надо кому? Ну всё тогда. Давайте разойдёмся на этой ноте. С резами я не хочу играть. Ну да, смысл. Давайте пару мобов убьем, мне 70 репа надо. Да кот пару мобов, потом по парню реп. С кругами прыгни и все. Подождите, слей, да не ривайте. Стой, 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 твинси. Десятка КД. ИП давали, нет? Нет, вроде. Теперь дали. Окей, куда твинси точно дай. Все, поливай тогда. А, Войд. Ты, получается, Роги дал за фул, да, за, ну, за принятое КД, за всех, кого он там убил, не убил. Мак, дай про то. Наверное.
Отлично. То есть, кто принимает КД, получается, получает, извините, тавтологию ИП за убитых боссов 100% от убитых до него. Правильно я понял? Сема до этого читал. Все, давайте разойдемся на сегодня. Смысл. Можно, знаете что, я пойду пока портал на Синдру открою, чтобы потом не бегать, трэш на лестнице. Вот такое мудрое решение приму. Допроход. Открывается, по-моему, только после трэша. Да? А, ну.